Мы производство Rainbow. Легко. Не догонишь нас. Не догонишь нас. Крылья. Автор идеи и Джинио Страхи. Их сияние освещает все. Когда поверишь в магию слов, мы станем навсегда друзьями. Режиссер Джинио Страхи. Нас не победить. Клуб Винкс. Винкс узнают, что феи и селки имеют особую связь, а их объединенная энергия лечит. Благодаря помощи селки феи находят камень уверенности в себе, но чтобы получить силу Сиреникса, им надо найти еще два камня. Секрет рубинового рифа. Я чувствую, ты беспокоишься, Блум. О, Дафна, у нас заканчивается время. И если мы не найдем еще два камня в течение лунного цикла, мы не получим силы Сиреникса и потеряем то, что у нас есть навсегда. Я права, Дафна? Ты и твои друзья сильные. Я знаю, что вы справитесь. Спасибо, Дафна. Ежегодный совместный вечер Красного Фонтана и Алфея. Старомодно, но настоящая бомба. О, да! У-у-у! Привет, ребята! Отлично выглядишь, Стелла! И чувствую себя отлично! Вот ты где! Я так скучала по тебе! Общение со своей эфемерной сестрой – это круто, но вечеринка – это здесь и сейчас. Прямо тут. Она идет. О, Стелла! Что это на вас? А это вам. Круто. Мне нравится. Смотри, это же Брэндон и Скай. Привет. Так, угадай, о чем я думаю сейчас. Ты гадаешь, знаешь ли ты больше простых чисел, чем я. Ты меня понимаешь. Книга Сиреникса. Тимми, я тебе перезвоню. О, еще одна подсказка. Я ее запишу. Ой, прости. Блум, я не уверен, что помню, как танцевать. Давай узнаем. А? Скай, ты был таким смелым в Гординии. Ты спас меня от Трикс. Ты тоже меня спасла, Блум. Хоть я и потерял память. Я хочу, чтобы ты знала. Что знала, Скай? Мы с тобой. О, прости. Прости меня. Отличная вечеринка. Правда? У нас вечеринка. Лейла не должна грустить. Придумала. Я знаю, как ее развеселить. Привет, парни. Айси, я во дворце отца. Все случится очень скоро. Ты ведь скоро отомстишь ему? Классно. Жаль, что ты не со мной. Я буду все время думать о тебе, дорогой. Фу. Я буду думать о тебе, дорогой. Я удивлена, что она от чувств не ныряет ему прямо в лицо. Присоединишься ко мне на Мадиксе. И когда я в
Все закончу, навестим Дафну. Заставим ее рассказать о Сиреникси. Я давно тут не был, и отец, думаю, будет наконец-то рад видеть меня. Да уж. Конечно. Тританус превратил королеву Лижею и принца Нереуса в монстров-мутантов? Да, король Нептун, я видела их. Тританус заставляет их всюду следовать за ним. О, отец! Я уничтожу его. Вообще-то, папа, думаю, все будет наоборот. Уж поверь. Тританус! Охрана! Схватите его! Тебе со мной не справиться, отец. Это мы еще посмотрим. Мутанты! Схватите короля Нептуна! Я с тобой, отец! Осторожней надо. Набу. Нет. Похоже, компания ей не нужна. Но может, хороший коктейль и друг пригодятся? Лейла! Или нет? Лейла, поприветствуй Майлса, Ронни и Эда. Я обещала, что ты потанцуешь с ними. Спасибо, но я не в настроении. Ты не видела, как мы танцуем? Ты передумаешь? Танцуем! Поехали! Лейла, вам надо охладиться. О, эй, подожди. Что ж, все вышло не так, как я хотела. Ты серьезно? Что? Муза, подожди! Муза! Это песня. Мама пела мне в детстве. Там были очень странные слова. Включи снова. Как рубин на дне блистает он, кораллы, струны, чувствуй каждый тон. Звучит как загадка. Если это песня, которую тебе пела мама, то значит следующее задание на твоей планете, Мелоди. Надо начать с места, где мама пела мне ее, на песенном причале. Нам надо спешить. У нас осталось лишь 10 дней на все задания. Пусть кто-то останется. Вдруг снова появится книга Сиреникса. Хочу скорее попасть домой. Я с тобой. Мне надо вырваться отсюда. Я тоже с вами, хорошо? Тресса, вот твой любимый брат Нереус и наша милая мамочка Лишея. Нет! О, нет! Назад! Тресса! А теперь семья вас соединится. Нет! По
Посмотрим, кто теперь король. Нисса, хранительница врат Магикса. Именно тебя я и искал. Теперь я попаду в океаны Магикса. Я еще вернусь, и тогда я смогу победить тебя! Меч моего отца! Мне нравятся твои силы, отец. Я вижу все, что делают наши граждане. Например, дорогая кузина Лейла. Она хочет получить Сиреникс. Что ж, я с ней разберусь. Мутанты, за мной! Мы отправляемся на Мелоди, на семейную вечеринку. Песенный причал дальше, на востоке. Ты отличный капитан. Слушай, я знаю, ты злишься из-за вечеринки, но... Почему? Я просто хотела тебя развеселить, только и всего. Если ты не понимаешь, я не смогу объяснить. Но как я могу понять, если ты ничего не объясняешь? Ты не войдешь во врата Мелоди, монстр! Минус еще одна хранительница. Я все ближе к бесконечному океану. Пойдемте поздороваемся с кузиной Лейлой. Это песенный причал. Я приезжала сюда летом с семьей. А это наш дом. Лишь отправишься ты в путь, рядом буду я, наблюдая за тобой, как маяк во мгле ночной. Моя любовь свет дарит, ждут загадки впереди, странствия дороги. Но пока с тобою я, ты забудь тревоги. О, мама, я так скучаю по тебе. Текна? На западе от песенного причала мы нашли риф, который сделан из красного коралла. Он похож на... Как рубин, на дне блистает он. Это первая часть загадки. Спасибо, девочки. Найдем этот рубиновый риф. Легко. С новой силой Гармоникса это будет очень просто. Волшебница Винкс! Гармоникс! Я чувствую, что я... Лейла! Фея Волн! Я превращаюсь в суперзвезд! Стелла! Фея Яркого Солнца! Побеждаю, магия во всем помогает. Муза! Фея Музыки! Займемся делом. Здравствуйте, дамы! Хотите искупаться? Тритонус! Рада видеть меня, кузина Лейла! Ты братец-монстр! Ты тоже! Лейла, нет! О, Муза! Ой! Муза! Что теперь? Развлекайся, кузина. Она нас догоняет.
ей больно. Помни, что это наша муза. Это ее притормозит. Солнечный бумеранг! Сюда! Она приближается! Прячемся! Быстрее! Скорее, скорее, за мной! Стелла, я чувствовала твое присутствие. Иллирис! Лэмми? Что случилось? Тританос превратил короля Нептуна в мутанта, и Дрессу тоже. О, нет! О! А! Что это? К несчастью, это муза! Тританос превратил и ее в монстра. Может, Сона, хранительница врат Мелоди, сможет снять заклятие? Если она наладит связь с музой... Это ее излечит, стоит попробовать! Точно, Стелла. Мы с Лэмми найдем Сонну, а вы ведите музу к вратам. Мы готовы! Работает, Стелла! Ей нравятся твои световые сферы! Можно сказать, она заглотила наживку! Мы нашли Сонну, мы у врат. Лейла, подожди! Стелла, ты меня слышишь? Слушай, не могу болтать. Она у нас на хвосте. Или мы на ее хвосте. Все, мы на месте, готовьтесь. Блестящее зеркало. Плывем, Иллирис. Мы надеемся. Кошмар. Муза? Они связаны. Работает. Ой, муза, твоя энергия восстановила мои силы. О. Сближение с тобой, Сона, сняло злое проклятие Тританоса. О, муза! Они знали, как помочь друг другу. Я так рада снова видеть вас. Но точно не так, как рады мы. Лейла, я хочу сказать, пожалуйста, прости меня. Теперь я понимаю, я не уважала твои чувства. А я понимаю, что ты хотела помочь мне. Друзья! Смотрите, рубиновый риф! Если это как рубин на дне блистает он, что с другой частью? Кораллы, струны. Чувствую каждый тон. Чувствовать кораллы? Нам нужна помощь. Сиреникс бокс. Муза, чем я могу помочь тебе? Хранительница, мы так и не понимаем загадку. Ты должна вспомнить, что твоя мама говорила о музыке и следовать ее указанию. Моя мама всегда говорила, что ты чувствуешь музыку, и в музыке есть тон. Спасибо, хранительница. Давайте поищем вокруг. Мы ищем то, что может играть музыку. Ух ты! Эй, девочки! Кажется, я его нашла! Я чувствую!
Как сказала мама, это арфа, а кораллы – это струны. Все вместе, Винкс! Как рубин на дне блистает он. Кораллы, струны, чувствуй каждый тон. Ура! Ура! Сделала это! Мы заставили арфу играть! Но что это значит? Если честно, не знаю. Подожди, я пошлю остальным. Привет! Послушайте это! Вы завершили первую часть проверки на сочувствие. Но чтобы найти камень, вы должны понять послание в музыке арфы. Пора возвращаться домой. А нас тут ждет еще много работы, девочки. Простите, но я должна уйти. Я пытаюсь разгадать еще одну загадку. Потерянную память Ская. Мне тут нравится. Да, я чувствую это. Эй, я нашла половину ракушки судьбы. Говорят, кто найдет вторую половину, останется с первой, в смысле с человеком, а не с ракушкой. Мы бы постучали, но двери нет. И вообще, кто живет под озером? Что вам от меня нужно? Только одно. Мне нужна тайна Сиреникса. Блум, ты в порядке? Что-то не так? У меня плохое предчувствие по поводу Дафны. Стелла устраивает модный показ. Но все идет не так, как она планировала. Поиски вдохновения приводят к неожиданным последствиям. Тем временем в водах Зенита Винкс ищут камень сочувствия и борются с мутантами Тританоса. Производство Rainbow совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2012 году.